Имя уже мы давно знали, что будет Анюта. Как бы только не ожидали, что будет на Рождество. Но утром проснулись, кушать сделали. Ну и поехали потом в роддом. Свой самый дорогой подарок на Рождество Галина Бондарь получила в этом году. Маленькая Анечка появилась на свет 7 января, ближе к 23 часам. Хрупкая, изящная малышка сразу завоевала статус маминой радости. Появление первого ребенка в семье ждали особенно. Уже сегодня, спустя сутки, Галина с уверенностью говорит о том, что вернулась бы еще сюда. Думала, что рожать больше не буду никогда в жизни. Но как увидела девочку, можно рожать и рожать. Я бы хотела девочку, но может, конечно, мальчика. Ну, кто будет? Я думаю, что вернемся по-любому. В рождественскую ночь еще 7 представительниц прекрасной половины человечества подтвердили свое главное предназначение. Они стали мамами. Кто-то в первый раз, а кто-то уже и в четвертый. Всего на свет 7 января в областном родильном доме появилось 8 малышей. Поздравить мам с этим важным событием в их жизни прибыл архиепископ Брестский и Кобринский владыка Иоанн. За рождественские сутки в нашем родильном доме родилось 8 детей, из них 6 мальчиков и 2 девочки. Первый ребенок родился у нас в 1:40. Это был мальчик. Он родился преждевременно в 35-36 недель, весом 2,480. Ну, мальчик здоровый, находится сейчас на ПИТе под наблюдением врачей, неонатологов. Рождественская акция проходит в областном родильном доме вот уже в 6-й раз. Традиционно каждая мама получает подарок, самое необходимое для маленькой крохи, а также сладкие угощения. Но больше всего женщины ждут, конечно же, благословения и доброго слова. Это своего рода поддержка, которая нужна каждой из них в начале непростого пути. Пути воспитания малыша, будущего христианина с открытой душой и чутким сердцем. Маленький ребенок. Рождение ребенка – это всегда радость, это всегда чудо, это всегда надежда на то, что этот человек вырастет, ну и, конечно, будет добрым человеком. Этого мы желаем всем и особенно этим деткам, которые родились в праздник Рождества Христова. С праздником всех! Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».